приветствую вас на канале Animal History. По юго-востоку США ураган Флоренс натворил немало бед. Множество территорий в Северной и Южной Каролине, а также в Вирджинии оказались затопленными. Чтобы спастись и эвакуироваться, у людей было совсем немного времени, и неудивительно, что многие бросали свои дома со всеми пожитками, а иногда даже с домашними питомцами. У владельцев сельских хозяйств тем более не было никаких возможностей спасти своих животных. Участники зоозащитной организации PETA узнали о том, что в городе Ламбертон в пригороде осталась крупная собака. Когда местная река Ламбер из-за урагана вышла из берегов, затопленными оказались множество частных домов, и пес ютился на маленьком крыльце. Для спасения собаки спасатели отправились на лодке в пострадавший район и по пути нашли еще несколько кошек и собак, которых сразу же переправили в безопасное место. Когда люди добрались до брошенного пса, собака от радости начала вилять хвостом и ласкаться. Сейчас собака находится в приюте, где ее будут держать около 30 дней в ожидании, что за ней, возможно, приедет ее хозяин. Если хозяин так и не объявится, собаки будут искать новых владельцев. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.